Всем доброе утро. Сегодня решила зайти в БИМ. Вчера насмотрелась видео, что вроде опять в этом магазинчике привезли какую-то коллекцию от Golden Rose. Хочу посмотреть. Посмотрим вместе с вами. Так, я пришла домой и хотела вам показать покупочки, которые я совершила сегодня в БИМ. Пришлось обойти около 3 магазинов, но зато я нашла все, что хотела, все, что мне было интересно. Вот такая поступила к ним тушь. Это Golden Rose, и у нее фиолетовый оттенок. На кисточке она кажется синей. Но я смотрела обзоры девчонок, когда она застывает на ресничках, у нее становится такой оттенок ближе к тюбику, к крышечке. Я подумала, что это будет классный вариант подчеркнуть какие-то фиолетовые, сиреневые макияжи в каких-то пастельных тонах, если нанести просто черную тушь, а уже последний слой чуть-чуть как оттенить тушью вот такого цвета. Мне кажется, будет классно. Я очень довольна, что я ее ухватила. Обычно в БИМах все, что привозят интересненького, разбирают сразу девчонки. Так, вторая интересность — это вот такие вот гелевые румяна. Это марка Makeover. Это все производство Турции. Жидкие румяна. Там было два оттенка. Я взяла более такой розовый. Сейчас вам покажу его. Пахнут маршмеллоу. Взяла себе для бассейна, потому что уже заканчиваю стик от NARS. И на ближайшие 1,5 месяца, пока еще работает бассейн, мне нужно что-то такое в жидкой кремовой текстуре, вот именно, чтобы приукрашивать себя на утренний поход, в заплыв, так сказать. Взяла, просто прихватила вместе с этими двумя покупочками новый лак от Flormar. Я очень люблю такие оттенки, как видите, и у меня заканчивается лак вот такого цвета, и я просто обновила, взяла немножко попрохладнее оттенок. Мне кажется, на осень-зиму будет классно. Так, ну и вот в такой коробочке, это, по-моему, стиль пин-ап, да, называется, было два продукта. Ничего особенного, просто прихватила прицепом, это крем для рук. И вот такой вот бальзамчик, у них это называется Tinted Lip Oil. Но я думаю, что тинта тут никакого не будет. Да, пахнет, кстати, классно детскими мермеладками, мермеладными мишками. Очень прикольный запах. Ну, такая штучка никогда не повредит в хозяйстве, не помешает. У меня такие бальзамчики отлетают довольно быстро. Я люблю обливаться ими, чтобы губы всегда были увлажненные. Вот, так что вот, это вот мои покупки за сегодня. Я очень рада вот этим двум приобретениям. Буду пользоваться, потом расскажу, как оно. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!